На выставку ретро-мобилей в Париже доставили самый большой грузовик 50-х годов Берлиет Т-100. С 1957 по 1959 года было построено 4 экземпляра машины, из которых сохранилось лишь 2. Доставленный на выставку гигант последние 30 лет хранится в коллекции фонда автомобилей Мариуса Берлие. Тягач представили на автосалоне в Париже в 1957 году, где для него потребовалось возвести отдельный павильон. Берлие использовали для работы на нефтяных и газовых месторождениях в Сахаре, а после признания независимости Алжира второй по счету экземпляр машины вернули во Францию. Берлие Т-100 оснащен 30-литровым дизелем Cummins V12, отдача которого составляет 700 лошадиных сил, и гидромеханической трансмиссией. В длину машина насчитывает почти 13,5 метров, ширина 5,5 и высота 4,5 метра. Полная масса автомобиля 200 тонн. Расход грузовика при движении с грузом достигал 640 литров на 100 километров. В 1962 году на последний экземпляр Т-100 установили экспериментальную газовую турбину, однако из-за возросшего расхода от нее отказались. Поделитесь в комментариях своими впечатлениями об этой машине, подписывайтесь на канал и до новых встреч!